Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня у нас тигр-мейл. Как вы заметили, письма приходят реже, но сегодня три долгожданных письма, которые я очень-очень долго ждала, и наконец-таки я их получила. Они просто бесподобные, вы сейчас сами все увидите. Перед тем, как я покажу вам эти письма, хочу сказать, что, пожалуйста, присылайте все письма заказными, если у вас есть возможность. И если нет возможности, то, пожалуйста, пишите мне, чтобы я хотя бы знала и видела фотографию письма вами, высланного мне, чтобы быть уверенной, что это письмо именно от вас. Так будет даже как-то проще мне именно, я буду отслеживать хотя бы по фотографии, что вот, ага, вот это письмо я получила уже. Или вот этого письма не было. Либо хотя бы идти на почту и разбираться, показывать фотку письма, что вот такое письмо у вас вот должно лежать там. Хотя бы как-то так будем бороться. Я написала уже на почту, в прокуратуру большое заявление. И я очень сильно надеюсь, что хотя бы это письмо повлияет на их работу. И они станут работать намного лучше, и хотя бы изменится что-то у них там. Итак, первое письмо было от Лизы Ершовой. Я очень ждала ответ. Наконец-таки я его получила. Мне так нравится ее конверт. Он такой прикольный. Вот эти вот домики такие миленькие, которые она в прошлый раз тоже мне вкладывала. Вот такой вот домик был. И так нравится мне, как прикольно оформляет она адрес. И вот эти марки, они просто потрясающие. Я собираю марки с цветами, кстати, на ботаническую тему и вообще на тему флоры и фауны собираю марки, и вот таких вот у меня нету, они очень красивые. Само письмо вот так вот немножко состарено с этой стороны, очень так красиво сделано, молодец. Внутри оно просто беленькое. И тут был совсем-совсем маленький фолдер, тоже очень такой милый. Счастливые мгновения. Вот так вот мы открываем. И здесь у нас чаек от Тесс, который очень вкусный осенний чай. Затем, ух ты, намотка скотча. Я, кстати, не видела ее, когда первый раз открыла письмо. Вот за этот большое спасибо. Очень классный. Очень-очень классный вот этот вот. Обязательно буду его использовать. Большое спасибо. Здесь вот такая вот киса, карточка. А с этой стороны у нас волшебство. Я даже не знаю, как начать показывать. Здесь у нас вот такие вот наклеечки. Какая классная вот эта. Вот такая вот. Затем у нас здесь какая-то карточка, которая... Вот. Ух ты, прикольно. Это у нас скрап-карточка. Такая очень классная. Вот с этой стороны очень классная. Даже знаю, где буду ее использовать. Вот такое вот окошко. Тоже очень прикольное. С этой стороны еще лучше. Большое спасибо. Прям вот очень нужно мне было подобный дизайн. И прям вовремя. Вот такая вот карточка с мороженкой. Вот это вот просто прелесть. Здесь у нас стихи. Какой зайчик. Соненький такой. Затем у нас... Ух ты, наклейки. Я не знаю, как называется этот персонаж, но это зайчик. Очень клевый такой. Такая вот карточка. Щелкунчик у нас здесь. Щелкунчик, русалочка и Золушка. В таком японском стиле выполнено. Или корейском. Тоже прикольно очень. Спасибо большое. Мой ответ для тебя почти готов, поэтому жди обязательно. Я тебе скину в личное сообщение, когда отправлю. Сейчас все мои письма будут приходить намного реже, потому что почта совсем плохо работает, поэтому я и писала в прокуратуру на них заявление за то, что
такая вот работа у них. И я надеюсь, что в скором времени, или хотя бы к Новому году все наладится, но я стараюсь по мере возможности ездить в город и отправлять письма там, в центральном почтампе. Следующее письмо было ответ на мое письмо от Золотаревой Светланы. Мы познакомились в Инстаграм, и я просто влюбилась в ее профиль. И так получилось, что мы обе стеснялись продолжить друг другу переписку. Но потом оказалось так, что она предложила мне, и я сказала, что я давно хотела предложить ей переписку. Но потом все-таки я написала ей первое письмо. Вот. И наконец-таки пришел ответ. Это просто произведение искусства. Я не смотрела еще, что здесь внутри, но когда я открыла конверт и увидела просто маленький спойлер, и сам вот этот конверт, я была в шоке. Просто в шоке. Я просто не могу. Я не знаю, где ты взяла вот это и где ты взяла вот это. Эту крафтовую бумагу вот с таким тиснением. Это безумная красота, которая меня просто завораживает. И эти марки — это огромное пополнение моей коллекции. А вот это просто красота. Все послание было перевязано вот такой вот лентой. Очень красиво. Не могу. Посмотрите, какая фотография здесь большая. Я даже не знаю, как это открытка такая. Просто такого размера открыток я никогда не видела. Сейчас как-то хочу аккуратненько все это развязать и посмотреть. Так, я открыла. Давайте мы так аккуратно все это вытащим и будем рассматривать. Боже, это просто, я не знаю, это космос какой-то. Да, ребят, это открытка. Вы представляете, это питерская открытка. Вот, Ярки город, Санкт-Петербург. Это видно Анечков мост и дворец Белосельских и Белозерских с набережной Фонтанки. Вот это я понимаю. Открыточка. Вот это да. Это зима. Такая красота, правда? Очень красиво. Просто прелесть. Большое-большое спасибо тебе, Света. Большое спасибо. Далее у нас тут такой вот кармашек. Из этого кармашка просто потрясающие вот такие вот вырезки, вырубки. Ух ты, это листы для записи. Где ты такие берешь? Просто я не представляю. Красота. О, мороженка. Как настоящее, да? Смотрите, размер как у настоящей мороженки. Прикольно. Тоже листы для записей. Ой, красота. Очень хочу купить такой набор. Таких вот открыточек, закладочек. Они очень классные. Большое спасибо. Какое красивое письмо. Посмотрите, здесь даже стихи есть. Что это за такой блокнотик? Я не представляю. Чудеса. Ой, какая красота. Посмотрите. Сирень. Просто это сказка. Еще. Очень красиво, да. Очень-очень-очень красиво. Ух ты, вот это тег. Это всем тегом тег. Посмотрите, какой размер тега. Обалдеть. С пироженками. Вот она красота. Смотрите. Глаза просто разбегаются. Где вы берете такую бумагу? Ой-ой-ой. Не знаю, меня делают счастливые вот такие вот вещи. Я просто от них пищу, как можно, да, сказать. Во мне все радуется, когда я вижу вот такой вот переливающийся. Ой, какая прелесть. Какой красивый конвертик. Смотрите. Такой хорошенький. Вот, да, есть такая.
кармашек можно сюда складывать. Это как папочка. Похоже на кальку, но очень-очень плотная. Ой, я, кажется, вижу еще одну красоту. Боже мой. Мне так стыдно, что мое послание было намного скромнее, потому что у меня ничего такого нету. И посмотрите, какой конверт. Это конверт. Да, это конверт. Потрясающий конверт. Просто потрясающий. Буду в нем хранить свои наклейки. Или какие-нибудь приятности для дневника. Просто прелесть. Очень люблю вот такие вот вещи нежные. Посмотрите, еще одна бумага, которая переливается. Тут у нас стихи. Здесь у нас вот такой красивый цветочек. Бабочка очень мягенькая. Скотч с Биг Беном. Красота, правда? Самая настоящая красота. Это волшебство. И последнее, третье послание, я просто, когда его открыла, я была в шоке. Это конверт, который был в обычном конверте большом от инстаграм-блогера Медочек Санни. Тоже я случайно ее нашла через рекомендации и влюбилась в ее профиль. И она потом вот прислала мне вот такое письмо к моему дню рождения, и я просто в шоке была, потому что это безумная красота. Здесь из эмбоссинга вот сделаны вот такие вот красивые штучки, не знаю, как их еще их назвать, просто декоративные элементы. И это очень-очень красиво. Посмотрите, как все это прелестно. Вот так вот здесь все было. Сейчас я покажу вам то волшебство, которое скрывается в этом конверте. Солнечный привет из Забайкалья. Посмотрите, как здесь все сделано. Посмотрите, какая красота. Вот это вот все фактурное. Это тиснение. И у меня нет слов. В общем, у меня нет слов. Здесь тоже вот сделано эмбоссингом. Ручная работа, 100% от всего сердца. О, Господи. Я тоже мечтаю, чтобы у меня были такие машинки для тиснения, для эмбоссинга и вот эти вот дыроколы большие, которые делают такую красоту. Надеюсь, однажды я тоже смогу всех вас радовать такими вот красивыми вещами. Смотрите. Прелесть, правда? Здесь у нас такая вот цитата, безумно красивая. Солнце и ветер и впрямь вдохновляют, но дождь берет вверх. Разве кто-то мечтает танцевать в пыли или целоваться на солнцепеке? Синтия Барнетт. И вот так вот открывается здесь у нас такая бабочка, очень красивая. Здесь у нас идет чай. Я такой еще нигде не видела. Такой вот у нас чай. Ахмат. Черный чай со вкусом и ароматом яблока и мяты. Я такой не пробовала и не видела. Здесь у нас таких вот два тега. Очень красивых тоже. Смотрите, какая красота. Просто, просто прелесть. Такие вот они. Здесь вот второй тег. Тоже очень красивый, более светлый. Этот сиреневый, а этот более розовый такой. Более светленький. Такая стразинка здесь красивая, розовая. Большое спасибо. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас мелочи, и здесь у нас такие вот карточки с цветами.
Очень красивые тоже. Такие плотные-плотные карточки. Такая бабочка. Еще морщик помятый немножко. Конвертик. Посмотрите, ух ты! Смотрите, какая здесь красота, боже мой. Ух. Прелесть. Ой, сколько бабочек. Ой, там еще бабочки есть. Вот они. Летят мои бабочки. Ой, красота. Да, это все. Посмотрите. Посмотрите, какое сердечко. Что это за бумага такая? Не представляю даже. Очень красивая. Ой, сколько из нее дарокольностей прекрасных вообще. Можно даже и ту сторону использовать. Серебряную и золотую. Бабочки, бабочки, прелесть. Посмотрите, какая красота. Прелесть. А здесь вот такие вот вкусняшки. Тоже такие вырубки. Очень-очень плотные. Кексик вот такой. Здесь еще кексики. Еще сердечко. Еще кексик. Ух ты. Да, вот это вот сделано машинкой, которую я видела на YouTube, как из нее делают. Ну, там такая штучка прикладывается. Трафарет. Да, и машинкой прокатываешь, и получаются вот такие вот прелести. Посмотрите, красота, правда? Бабочки. Очень классные бабочки. Вот еще, вот, вот, вот бабочки. Сердечки. Еще кругляшки. Ой-ой-ой. Посмотрите, какое красивое сердечко. Посмотрите, как оно переливается перламутром. Красота, правда? Жалко, не улавливает камера. Во, перламутр, блестки такие. Красота, вы меня балуете просто. Я не знаю, как я буду на это все отвечать. Но я очень-очень надеюсь, что мой ответ понравится и порадует. Потому что у меня такого всего нету, но я постараюсь вложить все свои силы и всю свою любовь в ответ, как я смогу. Я очень надеюсь, что вам понравятся мои ответы. И спасибо за все вот это, то, что меня так радует, то, что вы понимаете мне настроение, то, что вы меня любите и радуете меня вот такими вот действительно мелочами, как здесь написано, да? Но для меня это не мелочи, для меня это очень-очень-очень многое значит. И благодарю вас их от всей души. Всех люблю, целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо, пусть эта осень будет замечательной, незабываемой. И до новых встреч. Пока-пока.